витископ. Что касается Мэнни Пакьяо, то, конечно, все очень, думаю, рады, болельщики, что он так достаточно уверенно одолел последнего оппонента Криса Алгиери, так называемого диетолога в ринге. И достаточно легко этому удалось. Я, честно говоря, думал, что будет более сложный бой для него, потому что попросту оппонент превосходил его в габаритах намного. Он выше, длиннее руки, то есть казалось, ты такой техничный, казалось, что он будет проблемы какие-то у Пакьяо. Но мы увидели, что, в общем-то, Пакьяо все так же быстр, остр в своих атаках, непредсказуемый. И теперь можно, в общем-то, более громко говорить о бое против Флойда Мейвезера. И уже, насколько я слышал, пошли об этом разговоры. И, в принципе, это пахнет самым кассовым боем вообще за последнее время, может быть, за всю историю профессионального бокса. Два самых высокооплачиваемых боксера могут встретиться, это еще больше денег только может генерировать, так что, ну, еще больше интерес, соответственно, у зрителей, у нас. Как там относится к этому Флойд Мейвезер, мы все знаем, он там постоянно критикует Пакьяо, старается какие-то там ролики выкладывать с его, в общем-то, поражениями и так далее. Но это в стиле Флойда Мейвезера. Ну, вот, очень хотелось бы, чтобы все-таки вся эта история закончилась встречей этих боксеров в ринге. И, ну, опять же, насколько я слышал, уже это более перспективная, в общем-то, ситуация, и бой вполне возможен. Держим кулаки, чтобы все получилось. Витископ. Спортивное видео.